Президент Александр Лукашенко проведет переговоры с коллегой из Молдовы. Игорь Дадон прибудет в Беларусь с рабочим визитом. Лидеры стран встретятся завтра в Витебске. Они намерены обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание уделят взаимодействию в формате интеграционных объединений. Игорь Дадон примет участие в церемонии торжественного открытия фестиваля «Славянский базар». В программе визита встреча с деловыми кругами Беларуси и представителями молдавской диаспоры. Также президент Молдовы посетит ряд предприятий и социокультурных объектов. Вузы сегодня начинают принимать документы. Абитуриентов ждут до 17 июля. Силовые и творческие вузы срок подачи до конца июля и 2 августа соответственно. У выпускников профильных классов педагогической направленности на подачу документов только 3 дня. У них впереди еще собеседование. У студентов, выбравших платную форму обучения, времени больше. Их заявления принимают до 4 августа. И только для заочников вузов сельскохозяйственного профиля сроки устанавливаются с 15 ноября по 5 декабря. Пленарное заседание Всемирного конгресса русской прессы пройдет сегодня в Минске. Говорить будут о том, что сегодня волнует русскоязычные издания за рубежом. После официального открытия будут работать две панельные сессии. На них обсудят темы глобализации и цифровой революции. Вместе с конгрессом пройдет традиционный медиафорум «Партнерство во имя будущего». Конгресс собрал представителей СМИ 52 стран. Беларусь принимает форум уже во второй раз. 15-й по счету проходил на этой же площадке 4 года назад.